Энгельс активно готовится к встрече нового 2018 года. Городские улицы и площади украшаются километрами гирлянд и световых инсталляций. Главный новогодний персонаж – Дед Мороз – приветливо встречает жителей и гостей города у въезда. По улице Лесозаводская вдоль дороги радуют глаз зеленые елочки. Огромный шар, изображающий землю, светится на транспортной развязке. Центральная площадь Энгельса в традиционном новогоднем убранстве. Здесь можно увидеть фигуры разных сказочных персонажей. Снеговики и музыканты не несут свою новогоднюю вахту без выходных. Для любителей конькобежного спорта и фигурного катания уже заливают большой каток. Включились в предпраздничный марафон и учреждения социальной сферы. Они расцвечены светодиодными украшениями, а школы задекорированы элементами творчества учеников и преподавателей. В этом году впервые посадили новогодние елочки на одной из центральных и красивейших улиц города – улице Тельмана. Они радуют глаз пешеходов и водителей до символа Покровска и Энгельса – быка солевоза. Периферийные районы также не оставлены без внимания. Новогодними огоньками мигает самолет у летного городка. Снежинки гирлянды создают праздничное настроение в разных уголках Энгельса, отметившего в этом году свой 270-й день рождения.